В Алматы устраняют последствия ливневых дождей. Продолжительные осадки принесли немало хлопот коммунальщикам. За неделю подтопленными оказались более 20 жилых домов в частном секторе. Кроме того, сильный ветер сломал 47 деревьев. Повреждена часть линии электропередач. Пострадали 19 припаркованных автомобилей. Всю неделю в усиленном режиме работают и алматинские спасатели, спеша своевременно оказать помощь каждому обратившемуся. Из-за многочисленных осадков дворы многих частных домов затоплены водой. Причина – засорение сточных канав. Сегодня тоже ожидаем сильный ливень. Возможно, вода будет продолжать поступать. Поэтому мы информируем жителей и гостей города о ситуации. ДЧС Алматы предупреждает горожан, что в ближайшие выходные в связи с прогнозом ураганного ветра и сильных дождей существует угроза схода селя в горной местности. Кроме того, на реках области ожидается формирование паводков.